Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов прибыл в Казань для участия в открытии Международной олимпиады по информатике IOI-2016. Из всех объектов старейшего вуза страны для посещения не случайно была выбрана астрономическая обсерватория. Этот объект всегда являлся гордостью университета. Министр образования и науки впервые оказался в этом историческом месте и не упустил возможности поближе познакомиться с оснащением астрофизиков КФУ. Будущее астрономической обсерватории обсуждали несколько часов. После этого Дмитрию Ливанову презентовали проекты в области астрономии и астрофизики, реализуемые Казанским университетом. Ведь на сегодняшний день именно благодаря им и сохраненным раритетам установлены современные приборы, позволяющие раскрывать тайны Вселенной. Аделя Мухаметшина, Руслан Уразаев, Универньюз.